Таурмикеров про Карачаевск, Шамшахар. Азнаур, кто автор этой песни? Роберт Чагилов. Чагилов? Слова и музыка? Да. Спасибо большое. Ну, музыка там чуть по-другому. Ну, ясно. Ты аранжировал. Ну, почти. Азнаур, ты со скольки лет увлекся игрой на гитаре? Не помню. Ну, примерно в школьные годы. Начальный класс или позднее, да, или в институте. Лет 10. 10 лет? Лет 10, в классе 9, 8. Ага. И тебе когда купили гитару, мама? Мне подарили. Подарили? Да. И ты начал играть. Какую мелодию ты извлек из струн, первая мелодия твоя, слушабельная? О, я не помню, если честно. Ну, вспоминай, что ты играл. Я? Первое, одно из первых хотя бы. На одной струне играл. Ну-ка, какую? Я не помню. Кажется, вот это я играл. Ну-ка. Сейчас. Та-да-да-да-да-да-да-да. Та-да-ди-да-ти-да-ти. Ламбада, да? Ну, да. Ну, это первое, чему я, кажется, научился. Ну, вот здорово. Из такого. Ну, молодчина. Однострунная гитара. Ты что ты закончил? Обучение в университете. Какой факультет? Я английский язык, институт филологии. Ну, поприветствуй нас на английском языке, на карачаевском и на русском. О, нет. С Новым годом! Я закончил, но учился не очень хорошо. Не очень хорошо, ну ничего. Зато есть образование. А Новый год, я поздравляю тебя с Новым годом. Я желаю тебе успехов вот, в личной жизни, чтобы все у тебя было отлично, так, как ты этого заслуживаешь, потому что ты самый, один из самых примерных сынов города Карачаевска и вообще Карачаевского народа. Спасибо.